Всем добро пожаловать на канал Imagine Fitness. Меня зовут Наталья. Я тренер по фитнесу и по танцам. И сегодня вас ждет очень интенсивная тренировка, благодаря которой вы сожжете более 300 калорий. Если вы готовы, давайте приступим. Марш с правой, правая, правая. Начинайте работать руками. У вас колени всегда остаются чуть согнутыми. И подключайте мышцы пресса. Правая, правая. И open step. Направо, шаг. Руками работайте перед собой. Не расслабляйте мышцы пресса. Всегда их чувствуете. И двигайтесь из стороны в сторону. Да, хорошо. Старайтесь наверх не вырастать. И колени всегда согнуты. 4, 3, 2, open step. И скручивание. Добавьте руку. И когда скручиваетесь, придерживайте себя мышцы и пресс. Старайтесь плечо не поднимать. И дышим. В сторону. В сторону. Давайте еще 8. 4. 3. 2. Все то же самое, только рука наверх. Мы продолжаем open step. Выбиваем мышцы рук, ноги и мышцы корпуса. Еще 4, 3, 2, и степ тач направо. Продолжайте работать с руками и делайте шаг из стороны в сторону. Каждый раз ногу подставляете другой. Продолжаем держать сильные мышцы пресса, дышим. И готовы? Захлёст. Левая нога назад. Пятку направляйте к ягодичной, а колено направляем в пол. Все стопы ставьте в пол. И готовы? По два. Левая. Вес тела на опору ноге. Да, хорошо. Продолжаем так же. И дышим. Еще два раза. И готовы? Колено наверх. Левая нога. Две руки. Выдох. Выдох. Корпус никуда не наклоняйте. Колено тянемся к одноименному плечу. Выдох. Еще 4, 3, 2 и по 2. 2. Оставляем вес тела на опорной ноге. Еще выдох. И два раза. Руки работают от плечей. И дышим. Марш правой. Правой. Хорошо, вы немного разогрелись. Мы переходим к основной части. Начнем с приседаний. Поставьте стол параллельно. Правая нога у вас, пятка, носок. И слегка их разверните. И начинаем медленно. Два счета вниз. И два наверх. И вдох. И выдох. Следите за тем, чтобы ваши пятки были четко под коленями. Таз максимально отводите назад. Здесь напрягайте нижнюю часть пресса. И старайтесь не прогибаться в пояснице. Еще вниз. И выдох наверх. И вдох. Готовы? Все быстрее. Темп. 8. 7. Колени у вас тут по стопам. Продолжаем. Еще 2. И последний. И 3 пружины. Усложняем. 3, 2. Наверх. Выдох. 3, 2. Каждый раз напрягайте ягодичные. И чувствуйте мышцы ног. Убирайте нагрузку с колена. Даем на пятки, на внешний край стоп. И еще. И 3, 2. И наверх. Выдох. И сингл. 8 раз. Темп. 7. Держим сильные мышцы пресса. Забывайте работать с руками. Раскройте плечи, грудную. Молодцы. И последний. И марш справа. Дышим. Сейчас мы продолжаем. Только с выпадами. Правая нога у вас пойдет назад. Левая останется спереди. Еще. 4, 3, 2. Правая назад. Сели. Вниз. Здесь также сохраняйте два колена под углом 90 градусов. Таз отводим назад. У вас идет нагрузка на передстоящую стопу. Выдох. Выдох. Вы продолжаете держать сильные мышцы пресса и сильные мышцы спины. Еще. Вниз. Сесть. Две пружины внизу. Две. Две. Наверх. Пауза. Вниз,
вниз, наверх, пауза. Когда вырастаете, опорное колено не переразгибаем. Вниз, вниз и готовы подряд. Сесть, наверх. Вот здесь сейчас не вырастаете, работайте руками. Максимально прорабатывайте заднюю поверхность бедра и ягодичную. Еще. Выдох. Выдох. Молодцы. Последние. 4, 3, 2. Еще один. И с левой. Шаг. Подставили. Подставили. Не забывайте работать руками. И вниз. Стопа у вас ровно стоит и колено по стопе. Еще немного. Выдох. Выдох. Последний. Внимание. Две пружины. Вниз, вниз, подставили. Вниз, вниз, подставили. И выдох. Еще так же. И не расслабляя мышцы пресса. Молодцы. Повторяем. Вниз. Два. Наверх. Еще один. И готовы. Ускоряемся подряд. Назад. Назад. Два колена. 90 градусов. Корпус чуть вперед. И чувствуйте ягодичную заднюю поверхность бедра. Еще 8. И 7. 6. 5. 4. 3. 2. Последний. И дышим. Правый марш. Делаем глубокий вдох. И плавный выдох. Продолжаем дышим. Сейчас будет немножко добавлен интенсив. Мы будем продолжать с вами делать выпады. И каждый раз у нас будет смена по одной ноге. Я буду показывать опции и, соответственно, сложные варианты. 4, 3, 2, левая назад. Сели. Подставить. Вдох и выдох. Не забывайте дышать, не забывайте дыхание. У вас каждый раз выдох наверх. Следим за коленом. Это опция. Еще 8, 7, 6, 5. Готово. 4, 3. Если тяжело, вы продолжаете так же. Или более сложный вариант. Каждый раз смена в прыжке. Выпад, выпад. Корпус у вас направлен вперед. И колено выпрямляйте в пол. Если тяжело, работаем по одной ноге. 4, 3, 2. И дышим. Правая, правая. Марш. Делаем глубокий вдох. И плавный выдох. Еще так же. Ваши ноги немножко подзабили спереди как бедер. Но ничего страшного. Вы их не закачиваете. Набрасывайте мышцы. И, соответственно, сжигаете все лишние калории. Вдох. И выдох. Повторяем. Выпад правая. Смена. Левая. Вы можете работать в противоход и две руки направлять вперед. Вдох, выдох. Напоминаю, это опция. Следите за тем, чтобы у вас не было нагрузки на перестающую ногу, на коленный сустав. Вдох, выдох. Еще 4, 3, 2. Готовы? Ускоряемся и вниз. Вниз. Работаем руками. Хорошо. Если тяжело, работай по одной ноге. Еще. И последнее. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Стоп. Встряхните ноги. Вы живы? Растяните передние поверхности бедер. Колено направьте в пол, таз подкручивайте вперед, а пятки ягодичные. И задняя поверхность бедра. 4 пальца по бедра вниз, таз назад и максимально прямая спина. И то же самое с другой. Баланс, таз. Вперед. Пока ноги отдыхают, мы с вами проработаем
мышцы рук, плечи и грудные. Легкий вариант – это упор на колени. Более сложный – будем работать с вами с прямых ног. Начнем с колен. Поставьте руки так, чтобы угол в нижнем положении в локтях был почти 90 градусов. Таз подкручивайте, плечи опускайте вниз и направьте пальцы рук вперед. Медленно опускаемся. Вдох. И выдох наверх. Вдох. И выдох. Постарайтесь, чтобы вы не прогибались в пояснице. Таз подкручивайте вперед и максимально напрягайте мышцы пресса. Вы сгибаете локти, опускаете плечи и заводите локти чуть дальше плечевых суставов. Вниз. И выдох. Вдох. И готовы? Все быстрее. Вдох. Выдох. Как более легкий вариант, колени поставьте чуть ближе и таз приподнимите повыше. Или продолжайте работать в более сложном варианте. Оставляйте стопы на полу. И еще наверх. Усложняем темп. 8, 7, 6, 5, еще 4. Не умираем до конца. 2 раза. Последний. Стоп. Растяните плечи, растяните мышцы рук, растяните спину. Отлично. Возвращаемся, упор на руки. Сейчас постарайтесь, чтобы ваши локти направлялись вдоль корпуса. Отжимание на трицепс. Медленно вниз. И два наверх. И вдох. И выдох. Ни в коем случае не прогибайтесь в пояснице. Наоборот, подкручивайте таз. И держите сильные мышцы спины. И наверх. Легкий вариант. Колени, соответственно, чуть ближе к рукам. И опускать локти вдоль корпуса назад. Еще вдох. Выдох. Последний вдох. Готовы? Все быстрее. 8. 7. 6. Еще 4. 3. 2. И последний. Стоп. Назад. Дышим. Растяните переднюю поверхность. Плечи. Мышцы груди. Через плечи. И растяните трицепс. После каждого подхода, после каждого упражнения постарайтесь растягивать все ваши мышцы, чтобы они наполнялись кислородом. И быстрее шел процесс жиросжигания или наоборот для массы. Повторяем упражнение на ноги, только более сложные варианты. Стоп поставьте чуть пошире, приседаем. Два счета вниз, два наверх. И вдох, и выдох. Вдох, выдох. Взывайте про колени и давим на пятки. Все быстрее. 8, 7. Таз оставьте чуть сзади. Не нужно подкручивать вперед. В верхней точке напрягайте ягодичные. 2. Последний. Отставьте левую ногу и в сторону. С правой в сторону. Левая. Каждый раз смена ног. Это вторая опция. Первая. Вы просто стоите и приседаете. Вторая. С передвижением. Мы готовы. Сейчас будем усложнять. Смена. Быстрая. В прыжке. 2. Вниз. Вниз. И с стороны в сторону. Корпус наверху. Еще. 4. 3. 2. Все просто приседаем. И вниз. Вдох. Выдох. Выдох. Не забывайте про колени. Сильные мышцы пресса. Подставьте правую к левой. И в сторону. Повторяем также. Вдох. Выдох наверх. Потерпите еще немного. 4. 3. 2. Третий вариант. Более сложный. Прыжок. В сторону, в сторону. Легче, легче. Еще 4, 3, 2. Отдыхаем. Делайте вдох и плавный выдох.
растягиваем переднюю поверхность бедра, заднюю. И смену ног. Опускаемся. Упор на прямые руки. И вытягивайте колени. Сейчас проверьте, чтобы вес тела у вас был на руках. Опустите плечи вниз и направьте их на кисть. Правая нога вперед, назад, левый шаг, назад. Здесь постарайтесь таз не поднимать. Вес тела на руках. Еще выдох, выдох. Вы чувствуете мышцы пресса, мышцы спины и, соответственно, мышцы рук. Внимание, правый, левый шаг. Правое, левое, назад, назад. Здесь можно слегка таз поднимать чуть повыше, но при этом оставляйте вес тела на руках. Готовы усложнить. Правое, левое, шаг вперед, вперед. Сидим, сидим. Упор по одной ноге назад. Еще вперед, вперед. Сидим. Давите на пятки вниз. Повторяем. Если тяжело, продолжайте первый вариант. Просто подставляйте по одной ноге вперед. И самый сложный. Все быстрее. Две вперед. Сели. Упор назад. Сели. Упор назад. Стопы ставьте в пол. И поднимаем корпус наверх. Еще. Упор и назад планка. Последний. И по одному колену подтягиваем вперед. Опустите плечи. Выдох, выдох. Еще 8, 7, 6, 5. До конца. И стоп. Таз назад. Растяните мышцы рук, плечи. И вырастаем наверх. Растягивайте переднюю поверхность бедра. Вы живы? Немножечко осталось. Внимание. Левая нога. Шаг кросс. Правая. Шаг кросс. И каждый раз меняйте руки. Мельница. Пытайтесь очень ногу далеко не ставить. Вы загружаете заднюю поверхность бедра впереди стоящей ноги. И вы двигаетесь из стороны в сторону. Чуть ускоряем. В сторону. В сторону. Небольшой прыжок. Еще кросс. Кросс. Это вторая опция. Готовы. Все быстрее. Подряд. Подряд. В сторону. В сторону. Не прыгайте наверх. И в сторону. 4, 3, 2. Все спокойно. Право. Лево. Работает передстоящая нога. И готовы? Ускоряемся. Темп. До конца. И 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Стоп. Дышим. Молодцы. Делаем вдох. И выдох. Каждый раз двигайтесь. Если хотите пить, пейте. Наверх вдох. И выдох. Мы возвращаемся. Упор на колени. Упор на прямые руки. И руки поставьте перед собой. Будем шагать из стороны в сторону. Налево. Направо. Ладони оставляйте на полу. Напоминаю, легкий вариант. Это упор на стопы и на колени. Вес тела также остается у вас на руках. И готовы все быстрее. В сторону, в сторону, центр, центр. В сторону, в сторону, центр, центр. Еще 4, 3, 2. Последний усложняем. Прямые ноги. Здесь меньше ротации в корпусе. Держите корпус, держим спину.
Держите сильные мышцы пресса. И ноги поставьте пошире. Еще в сторону. В сторону. Опция работать с колен. Последние 4. 3. 2. Еще один. И возвращаемся по одному колену вперед. Не останавливаемся. Выдох. Выдох. И здесь же кросс. Коленом тянемся к противоположному локтю. Выдох. Выдох. Вес тела на руках. 4. 3. 2. Стоп. Дышим. Назад. Молодцы. Растаем. Тряхните руки. Растяните плечи. Две руки вперед. Растягивайте верхнюю область спины. Сейчас встаньте немножко в сторону. Для себя отметьте границу. Одну линию большую. И представьте, что вы прыгаете за эту линию вперед и назад. Приземляйтесь полностью на стопу. Пятки и перекатывайтесь на носки. Помогаем руками. И отсюда плавная перебежка в сторону. То же самое в другую. Вперед, назад. В сторону. Внимание. 4 прыжка. 4. 3. 2. В сторону. И 4. 3. 2. В сторону. Двигайтесь боком. Вперед. Вперед. В сторону. Вперед. И в сторону. Готовы. Ускоряемся. И 4, 3, 2, в сторону. 4, 3, 2, в сторону. 4, 3, 2. Вы можете работать свой темп. В сторону. 4, 3, 2, в сторону. Вниз. Оп. В сторону. Еще. Осталось чуть-чуть. В сторону. Два раза. И последний. Отдыхаем. Марш. Делаем вдох. И выдох. И вдох. Дышим, дышим. Двигаемся, двигаемся. Внимание, выпад за правой ногой. В сторону. Подставили. В сторону. Небольшой кросс, небольшое скручивание корпуса вниз. Левая стопа на полу, или можете слегка отрывать внешний край от пола. Еще так же. Подставили. Четыре. Три. Два. Готовы? Все в другую. 16 раз. Вниз. Правая нога остается у вас прямой. Разгибаете левую и работаете от левой стопы, от пола. Еще восьмерка. 8, 7. Вдох, выдох. 4 раза. 3, 2. Последний. Приседаем. Сели, правая нога. Сесть, левая. Сели, правая. Забывайте, вы коленом тянетесь к одному плечу. Выдох. 3 пружины вниз. 3, 2, колено наверх. 3, 2, колено, выдох. И наверх. Готовы то же самое по одному. Сели, выдох, сесть, выдох, выдох. Еще 4, 3, 2, внимание, упор, сели, упор, назад, сесть. И прыжок наверх. Повторяем. Сели. Упор. Назад. Две ноги. Прыжок наверх. Еще так же. Это упражнение бёрпи. Спокойный вариант. Еще. Сели. Упор. Назад. И прыжок. Повторяем. Еще 4 раза. Наверх. Сели. Упор. Планк. Сесть. И прыжок. Каждый раз смягчаем. Еще 2.
и наверх. Готово, последний. И дышим. Марш справа. Как ваше самочувствие? Как ноги? Пресс. Делаем вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Правая нога. Назад. Подставили. Назад. Весь тело оставляем на перестоящей ноге. И работайте руками. Корпус держим. Никуда больше вы не наклоняйте. И все быстрее. Назад. Назад. Бегун. Главное – работа рук. 4, 3, 2, все с другой. Назад. Подставили. Подставили. Вес тела на правой ноге. Левая – назад. Назад. И готовы. Все быстрее. Вниз. Вниз. Интенсивная работа руками. Не останавливаемся. Еще. Еще. 4, 3, 2, выпад направо, кросс, подставили, кросс, подставили, кросс, кросс, нога остается у вас прямой, внимание, правая нога, сели, вниз, вниз, вдох, выдох, вдох, выдох, еще два, внимание, выпад по одной, правая назад, сели, левая, выдох, вдох, выдох. Еще. И в сторону, правая. Сели, наверх. Сели, назад. Выпад. Выпад. Продолжаем. Вдох, выдох. Вдох и назад. Еще немного. Не забывайте, сидите за коленями. Правое колено в пол. Все, последний. И назад. И дышим. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох. Вы готовы? Сейчас будем работать на максимум. Вдох. И прыжок. Небольшой. Вперед. Два назад. Прыжок. Прыжок. Сели. Два назад. Прыжок. Два назад. Последний. Прыжок. Внимание. Упор. Планка. Планка. Назад. Сели. И сесть назад и наверх. Это опция. Вы можете работать пока без прыжка. Наверх. Сели. И мы прыгаем вперед. Готовы. Вперед. Два назад. И вперед. Назад. Еще два. И последний. И бёрпи с прыжком. Упор. Назад. Сесть. Наверх. Вперед. Назад. Сели. Наверх. И последний. Дышим. Успокаиваем дыхание. Делаем вдох. И плавный выдох. Еще вдох. Выдох. Растяните переднюю поверхность бедра правой ноги. Не забывайте таз толкать вперед. Колено в пол. Нога вперед. Таз назад. И смена. Держим баланс. И вниз. Вот и подошла к концу наша тренировка. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. А если вам нужна удобная и комфортная одежда для фитнеса, то заходите в интернет-магазин, приобретайте ее. И мы ждем вас снова на нашем канале Imagine Fitness. До скорых встреч. Пока!